Ой, стоп, а вы что, уже тут, что ли? Всем привет, с вами Айго-161, и сегодня хотел бы поделиться с вами собственным мнением по поводу конференции Bethesda на E3. Скажу сразу то, что она мне не очень понравилась, так как я ожидал гораздо больше, нежели я увидел. Чего я конкретно ожидал, так это новостей о Starfield или The Elder Scrolls 6. Хотя бы каких-то скриншотов по ходе разработки, но их тоже не было. И то, что мне не понравилось, я вам покажу далее. О, да, тот очень оригинальный ход. Начать конференцию с показа The Elder Scrolls Blades на Switch. На телефоне же нам его было мало. Давайте еще и на Switch его перенесем и покажем. Очень отличное начало конференции. Как по мне, было бы лучше начать с Doom Eternal, который они показали гораздо позже. О, ну и конечно же Fallout 76. Давайте выпустим еще одно дополнение, вместо того, чтобы заниматься игрой, вместо того, чтобы заниматься ее кодом и оптимизацией серверов. Мы вам лучше дадим еще одно дополнение к этой игре. Развлекайтесь. А тут мне стало интересно одно. Кодзима, зачем ты сменил пол? На мой взгляд, эта игра неплохая, но правда так и не показали геймплея в этой игре. Так что не знаю, чего ожидать. Но сама тематика, то что происходит какая-то мистика. Все люди вдруг исчезли. Довольно интересно. А посмотрев этот трейлер к дополнению The Elder Scrolls Online Elsewhere, мне показалось то, что основная идея была взята из фильма «Хоббит 2». Просто взгляните сами. Это еще одна игра под названием Commander Keen. И скажу сразу, она мне нравится тем, что это скорее мультфильм, чем игра. Мне такое абсолютно не нравится, и я считаю то, что это не то, что должны были показывать на конференции E3. А это уже трейлер к игре под названием The Elder Scrolls Legends. Сразу скажу то, что карточные игры мне вообще не нравятся. Единственная карточная игра, которая понравилась мне, это был Гвинт в самом Ведьмаке 3. И все, никакие другие, ни Хэрстоун, ни Гвинт как отдельная игра мне абсолютно не нравились. И я совершенно не приветствую такие игры, уж тем более их показ на E3. А это трейлер к дополнению Rage 2 под названием Insanity Rules. Скажу сразу то, что оно мне очень понравилось тем, что там будут абсолютно новые персонажи, причем очень необычные. При этом новые противники, такие как песчаный червь и множество новой техники. И так как эта игра мне очень сильно понравилась, я очень сильно жду выхода этого дополнения. А вот подъехала и феминистическая версия игры Wolfenstein Youngblood. И как большой фанат серии игр Wolfenstein, я остался недоволен этим, потому как на выбор нам не дают персонажей другого пола, и нам предстоит играть только за девушек в этом мясном шутере. Думаю, вы сами понимаете, каково это. Это игра под названием Deathloop.
И скажу сразу то, что она мне тоже не очень понравилась, потому как, посмотрев трейлер к этой игре, я так понял то, что нам предстоит возможность играть либо за нигера-мужчину, либо за нигера-женщину. В общем, судите сами. На мой взгляд, эта игра слишком толерантна. И многие недавно вышедшие игры. Под конец конференции Bethesda все же решила перестать мучить своих зрителей и наконец показали нам эту годноту. Трейлер Doom Eternal, которого все так ждали. И да, это получилось очень круто. Геймплей, графика, исполнение, продолжение сюжета Doom Slayer. Все это очень круто. It is their time to give penance. You are but one man. They are no longer your people to save. Ну и под конец этого видео хотелось бы подвести итоги, в чем мне поможет один известный эксперт, которого вы увидите в конце этого видео. А я с вами прощаюсь и желаю всего самого светлого, самого доброго, самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем всего доброго. Тупое говно. Тупого говна. Говно.